Всем привет! В этом видео я покажу, как получить два достижения в Академии Сумеру. Вот я уже здесь, уже пришел в Академию Сумеру, вот она здесь. Возле этого телепорта или можно пешком сюда прийти. Я уже здесь, чтобы время сократить, я уже сюда телепортировался. Вот. Заходим в Академию сначала. Вот она здесь сама открывается на самом деле. Идем внутрь, и нам нужно будет зайти в дом Даршан. Это там, где у нас библиотека, так сказать. Сейчас. Так, это не то. Так. Тоже не то, это какой-то балкончик у нас. Идем внутрь. И надо вот дойти вот до той следующей двери. Там у нас будет переход, так можно сказать, так в библиотечную часть Академии. Вот, войти в дом Даэна. Здесь нам нужно будет найти, как бы так сказать, там томы книг. Полный набор. Нам надо будет один том книг собрать для одного достижения. Потом другой том книг для другого достижения. Идем вот сюда. Точнее, вот бежим, идем прямо. И идем вот сюда. Идем сюда. И здесь будет первый том. Вот он. Плывущий свиток, песня 1. Теперь идем за следующим, за вторым. Второй будет находиться вот здесь сзади. Точнее, ну да, можно сказать, что сзади, да? Назад идем. Идем вот сюда. Идем вот сюда. Плывущий свиток, песнь 3. И идем за другим. Он будет здесь возле другого столика. Вот он. И вот достижение. Это первый. Сейчас пойдем за другим. Вот здесь одна книга лежит. Идем. Так, идем. Кажется, назад. Сейчас, секундочку. Кажется, здесь. Вот. История Шируи и Сирин. Берем. И теперь идем за второй книжкой. Их тут две в этом наборе. Она будет лежать на столе возле вот этого зеленого чудика. Ну, вот этого, в общем, который в зеленой одежде. Идем сюда и вот берем. И вот еще достижение. То есть два достижения за эти книги, за эти тома. Это у нас... В конечном итоге это у нас будет 10 примагемов. И тут еще вот есть учение листвы. И сейчас еще мы учение листвы соберем. Ищем вход в библиотеку. Вот он. Вход в библиотеку, да? Идем вот сюда. Вот в эту сторону. И здесь будет вот книга. Учение листы, второй том. Теперь идем к вот этому чудику. Вот где вот этот вот в зеленой одежде. Ну, эту книжку, в общем, можно взять, но нам нужно вот это. Учение листы, еще один том. И теперь другой том у нас будет, если не ошибаюсь, сейчас. Вот этот том, я не помню, честно, где он был. Сейчас. Где-то здесь. Это точно. Сейчас. Или где-то... Вон он, кажется. Вот этот он. А, нет. Тут, конечно, я извиняюсь. Я помню, где-то видел, только где не помню. Сейчас. Здесь мы уже были. Сейчас.
Так. Так, на самом деле это интересно, потому что вроде бы одной книжки не хватает все же. Здесь взяли. Здесь взяли. Это не та, насколько я знаю. Да. Это не та. Здесь вроде бы нет. Здесь мы только что взяли. А, может здесь внизу? Да нет. Не здесь внизу. Так, все, понял я где. Сейчас. Он находится здесь вот по кругу, только где-то здесь в углу стоит эта книжка сейчас. Она здесь в углу, потому мы ее и не замечали. Вот, где-то здесь. Вот она. Все. Вот еще достижение, то есть уже еще 5 примагемов, то есть в конечном итоге 15 примагемов за все это. Плюс закрываем это достижение полностью. Еще и именную карточку дают нам. Здесь, да, вот это. Странствие. Именная карта, каждое странствие, память о нем, единственное в своем роде волшебство, которое принадлежит лишь путешественнику. Ну все, получается, вот это достижение закрываем. Скиталец по миру, да, получается, в третий. Да. Ну все. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на меня, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Ну и посмотрите другие видео тоже на моем канале. Еще раз большое спасибо, увидимся в других моих видео.